чё ж, карантин, скукота, будем сейчас готовить что-нибудь прям выдумаю прямо сейчас, значит. Здесь у меня два гусиных яйца, сейчас я их буду взбивать. Картошку нарежу, одна сосиска для хот-дога осталась, и открытые всякие колбаса, сыр, здесь фета. И в яйца я обязательно добавлю немножечко манной крупы. Налила оливковое масло на противень, форму. Выкладываем картошку. Так, мне показалось маловато двух яиц гусиных. Я сделала еще одно, разбила, значит, и добавлю чуточку молока. Так, теперь все это взбиваю. Манки больше не добавляю. И чуть-чуть посолить надо. Вот теперь заливаем. Теперь хватило. Видите? Так я и готовлю. Сочиняю рецепты на ходу. Теперь отправляем в духовку. Где-то на 35 минут с учетом разогрева. Приправы вы делаете по вкусу. У меня дети с приправами не любят есть, поэтому я так. Так, в общей сложности по времени это вышло 35, и добавила еще я 15 минут. 20 минут, наверное, где-то. Короче, почти час. Теперь давайте дегустацию проведем. Извиняюсь за шум.